Проклеили первый слой, виброизоляция. Вот таким образом наносится с поршневиком и прикатывается валик. Проклеивается арки, разогревается материал, наносится и прикатывается валиком. Крышу первый слой. И дверь. Внутреннюю полость двери виброизоляционным материалом. Барабанный, все прикатано, все насколько это возможно, и приступаем к нанесению второго шумопоглощающего слоя. Таким же образом он будет наноситься поверх первого.